Специальное предложение сегодняшнего дня – это босоножки Зеландия, представленные в трех расцветок. Какая цена? А цена-то действительно, цена у нас специальная. Это специальное предложение дня, это выгодная покупка на телеканале Shopping Show. Самая выгодная светлая покупка – 1499 рублей. И у нас для вас есть, как всегда, есть цвета на выбор. Три цвета на выбор, вкусный крем-брюле, называется бежевый. Если вы очень любите нарядную белую обувь, вам никто и ничто не помешает надеть ее. Даже если вы живете в небольшом поселке, вот как я выросла, там не очень хорошая дорога. Наши белые босоножки можно чистить при помощи хозяйственного мыла. Я вам все расскажу. И еще одна модель светло-коричневого цвета. Мы ее относим к категории цветной обуви, светло-рыжий цвет. Арина, мне не терпится раскрыть все секреты и помочь нашим женщинам сегодня подобрать размер. Тем более, что у нас, внимание, размерная линейка от 37 до 43. До 43 такое в магазинах встретишь нечасто. Согласитесь, Света, что ты делаешь? Хочу начать с комфортности, хотя здесь очень эффектный дизайн. Если бы я выбирала обувь для своей мамочки, я бы, конечно, в первую очередь обратила внимание на комфорт. Как моя любимая мама будет чувствовать себя летом? Вот этот эффект натирания, когда мы до слез натираем и в кровь ноги, теперь ушел на задний план, потому что мы предлагаем вам открытые босоножки. Ваши пальчики будут дышать, пяточка тоже. Лучше посмотреть уже на ноги и представить, как вы примеряете свой цвет и свой размер на свою ножку. Я советую вам выбирать сегодня на размер в размер, потому что здесь полнота 10. Ариночка, это очень редкая полнота. Слушай, ну вот для сравнения в магазинах какая обычно бывает? 6-7. 6-7, а у нас 10. Потрясающе. Света, слушай, так это же можно на самую-самую отекшую ножку рекомендовать такие босоножки Зеландия. А вот сейчас давайте поговорим о первой проблеме, которую обозначила наша ведущая. Отечность ног. Внимание на экран. Здесь, помимо хорошей полноты, дизайнеры предлагают вам стильную шнуровку, но она не для декораций, она функциональная. Если вдруг к вечеру вы понимаете, что ножка отекает, вы можете расслабить шнуровку по своей полноте. И все. Надеваете босоножки Зеландии и ходите в них целый день. Как правило, Ариночка, нога отекает после 2-3-4 вечера. Слушай, Свет, так это что получается? Я вообще могу любую полноту сделать с этими босоножками? Конечно, даже 11. Я хочу сказать, давайте посмотрим сейчас на наш подиум. Вас ждет модель Елена, которая выбирает как раз бежевый цвет. Очень стильный ансамбль у наших девочек. Вот так мы можем с вами ходить на работу, на встречи. И обувь выглядит очень стильно. Еще одна проблема, с которой встречаются женщины, это косточка на большом пальце. А у меня на правой ноге косточка, и правая нога вообще чуть-чуть побольше. Я просто сломала голову. Ну что мне купить летом, чтобы не натирала? Обувь узкую предлагают. Здесь вы надеваете босоножки, никаких швов. Мне нравится, что это перфорированная эко-кожа, она мягкая, ножка дышит, и вам нигде ничего не натирает. И я сейчас вам готова это продемонстрировать. Сейчас мы продемонстрируем прямо в прямом эфире. Вы увидите все своими глазами. Специальная цена только сегодня. 1499 рублей. Полнота 10, размер от 37 до 43. И это действительно ваш легкий шаг. Это ваш комфорт. Итак, мы раскрываем все секреты в прямом эфире. Выбираем размер в размер. Я убрала шнуровку и раскрыла вам полностью зону стельки. Это тоже эко-материал. Обратите внимание, то, о чем я говорила. Здесь внутри, посмотрите, нет никаких грубых швов. Это плоский шов, он совершенно гладкий, и я его не чувствую рукой. Дело все в том, что у нас с вами сдвоенный материал эко-кожа. И именно здесь мы видим с вами, что они соединены изнутри. Каждая перфорированная капля обработана швами. Это прекрасно. Дальше, обратите внимание, по всему периметру идет такая косичка по всему периметру наших босоножек. Это тоже из шелковых нитей, все украшено. Но она здесь тоже не случайно. На самом деле, Ариночка, она соединяет основу босоножек и подошву. Ничего себе, вот это сложный способ. Действительно, видно, что надежный цвет, да? Да, очень красиво. То, что подошва соединяется с основой литевым способом, не остановило дизайнеров украсить
украсить нашу модель и еще ее закрепить. То есть у нас двойной крепеж. Литевой метод, напомню, сегодня широко используется в Европе и соединяется с зоной стельки без гвоздей и без клея обувного. А именно на фабрике, в ваночках специальных, вот у нас, можно сказать, вылепливается такая подошва. Ну ничего себе, а значит, босоножки Зеландия прослужат вам не один сезон. Но есть рекомендация брать сразу пару босоножек. Две пары босоножек. Выбирайте светлые, выбирайте цветные. Вообще, мой фаворит, это, конечно, рыжий цвет, коричневый. Мне вот к нашей нравится. Лене подошел бы еще рыжий цвет. А, поэтому, если вам понравились ансамбли девочек, давайте их озвучим. Юбка Шимона на девочках от бренда Олмис. Елена выбирает босоножки Зеландии бежевого цвета. А мы на образы можем посмотреть сейчас? Итак, босоножки Зеландии бежевый цвет, блуза Фрейда, на Леночке желтые цветы и жилет Бейла. Вот если вы заказали такой ансамбль, вы можете выбрать босоножки Зеландии и белого, и бежевого, и рыжего цвета. И бесплатная доставка вам обеспечена. А главное, обратите внимание, стильный, элегантный образ для женщины, которая следит за модой. Итак, еще раз пройдемся по расцветкам. Бежевый, кстати, бежевый очень популярен. Я помню, как говорила вам секреты длинных ножек. Если хотите увеличиться в размере для наших маленьких зимовочек, выбирайте бежевый нюдовый под цвет кожи, белый. Я помню, как приходила в поликлинику или в стоматологическую клинику и всегда обращала внимание, люди в белых халатах, я говорю о прекрасном поле, когда белые босоножки, белый халат, белый колпак, как чисто и красиво. И еще один популярный цвет, это светло-коричневый или рыжий. Я представляю, Ариночка, вот твою маму, если она любит носить джинсы, сарафаны, да, юбки или джинсы именно с этим сочетанием. Есть у нас еще для вас один момент. Давайте посмотрим на подошву. Очень часто многие женщины с возрастом понимают, когда отложение солей идет в зоне пятки, это называется шпора. Даже когда делают УЗИ или там фотографируют, то наросты косточек. Это невозможно летом особенно. У меня у мамы был такой период, она не могла ходить. Смотрите, еще раз хочу показать, что у нас здесь мягкая зона пятки и здесь есть подушечка. Мягкая подушка, которая будет вам помогать. На зону пяточки посмотрим. Итак, вот эта подушка усилена швом, это тоже шелковые нити, и это поролон, который находится внутри. То, что касается ходьбы. Посмотрите, у нас наборный каблучок-танкетка. И это амортизация. Посмотрите на эту красоту. Очень красивая модель и с амортизацией. Мы можем увидеть на наших моделях. Таня как раз вам сейчас это показывает. Специальная цена только сегодня 1499 рублей. Начинайте свое знакомство с нашим телеканалом именно со специального предложения дня.